В Селидово третий день бастуют горняки. Долг по зарплате на предприятиях «Селидовуголь» составляет свыше 250 миллионов гривен. Шахтеры не получают денег уже 4 месяца. Сегодня они перекрыли дорогу на Покровск. Предприятия наши градообразующие, у людей просто их нет средств к существованию. Потому как других источников дохода просто в нашем регионе нет. Несмотря на наши обращения, начиная от губернатора до президента, никакого ответа на наши эти письма, обращения на данный момент нет.